Проводиться слідча дія, одночасний допит осіб. Ми знаходимося в місті Києві. Зараз сьогодні 11 жовтня 2016 року, зараз 13 година 33 хвилини. А я слідчий в особливо важливій справі Генеральної прокуратури України Гарбуза Сергій Григорович у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 42014-9-0628 від 16.07.2014 у приміщенні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, розташована за адресою міста Києва, вулиця Бориса Глібська, 18, з дотриманням вимог статей 104, 106, 223, 224 КПК України провів одночасний допит між свідком Івановим Сергієм Володимировичем та підозрюваним Мідяником Володимиром Юрійовичем. Слідча дія проводиться в присутності захисників підозрюваного Мідяника, адвокатів Поварова, Бабіча та Веремійчука. Учасникам слідчої дії повідомлено про застосування технічних засобів фіксації відповідно до статті 107 КПК України. Відеозапис слідчої дії здійснюється на відеокамеру Canon Legria FS305 на цифровий носій Transcend номер 42-48-97-39-92, який є додатком до цього протоколу. Учасникам слідчої дії роз'яснено вимоги частини 3 статті 66 КПК України про їх обов'язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії. Свідок, вам зрозуміло положення ці, да? Інші учасники ознайомлені. О 13.34 до проведення одночасного допиту приєднався прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням слідчих департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівський Павло Олександрович. Підозрюваному Медянику та свідку Іванову також роз'яснюється зміст статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом. Знайомі ці положення вам, так? Свідок Іванов попереджається про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 384 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиві показання, а також за статтею 385 Кримінального кодексу України за відмову свідка від давання показань. Сергій Володимирович, зрозуміли ці положення? Так, особам, викликаним на одночасний допит, роз'яснено їх право після надання показань з дозволу слідчого ставити один одному запитання та вимагати доповнення протоколу і внесення до нього поправок. Текст показань, наданих допитуваним під час одночасного допиту, буде відображено в стенограмі, яка після її виготовлення буде приєднана до цього протоколу. Порядок проведення слідчої дії буде наступним. Спочатку ми надамо можливість свідку дати показання, потім слідство задасть уточнюючі питання, якщо такі виникнуть. Надалі вислухаємо позицію підозрюваного, надамо можливість задати запитання підозрюваному та захисту. Загальне по ходатайству учасників слідственне дійство буде проводитися на русском язикі. Общий вопрос обоим учасникам слідственного дійства: знакомы ли ви друг з другом, в яких отношеннях перебуваєте, а є ли основання оговаривати у вас друг друга? Сергій Володимирович. Так, да, знакомы в доброжелательных, нормальных человеческих отношениях, основания оговаривать нет. У вас, Владимирович? Да, знакомы. Не очень давно, но отношения рабочие, доброжелательные. Оснований, я думаю, что говорят, у меня тоже нет, и у меня тоже нет оснований. Сергей Владимирович, такой вопрос. А что вам известно об обстоятельствах участия Медяника Владимира Юрьевича в конфликте на Луганщине в феврале-июне 2014 года? Мне известно, что... Ну, по сути дела говоря, Владимир Юрьевич принимал участие в некой, ну, насколько мне известно, вот, да, вот исходя там из... Если вы говорите, что известно, источник информации. Из наших бесед с Владимиром Юрьевичем, вот, а также из бесед с Корсунским Сергеем, а также, ну, возможно, еще какие-то были источники, которых я уже через 3 года не вспомню. Вот, что
Медянник Владимир Юрьевич был членом партии регионов, да, вот, и как бы, когда наступили события, вас интересуют какого месяца вообще? А, начало 2014 года, январь, ну, январь, февраль, июнь 2014. Да. Я не отслеживал его политическую деятельность, поскольку мы лично были знакомы очень шапошно. Вот. Я отслеживал деятельность там, таких вот там акул сепаратизма, если хотите, типа Ефремова, вот, всех этих уже там выпавших Чечетовых, вот, и прочих безвременно покинувших нас товарищей, вот, там, Царевых всяких там и так далее, ну то есть одиозных персонажей. Вот. Поскольку Владимира Юрьевича я не относил к таковым. Вот. Я его деятельностью депутатской не занимался. Вот. Естественно, и поэтому смотрел какую-то статистику. Вот. То, что касалось там, допустим, Майдана, то, что касалось, ну, вот этих вот расстрелов, да, на Майдане, то есть я его роли там как бы не видел, потому что там совершенно другие люди этим занимались. Вот. И я думаю, есть специальное управление, которое этим занимается вопросом. То есть я просто не отслеживал, мне очень сложно сказать, чем он занимался в январе, феврале, ну, депутатом был. После этого, уже когда началась так называемая русская весна, уже вот эти вот, да, захваты админзданий там в Луганске, вот, я, ну, это вот где-то, наверное, где-то я с... с мая месяца узнал, что, и по-моему от Корсунского, я боюсь ошибаться, но понимаете, что 3 года прошло, по-моему от Корсунского, с которым я поддерживал связь в связи с тем, что нужно было освобождать, скажем так, там, журналистов, там, в частности Станко, там, туда там, кинули, как они сказали, на подвал, оказалось, что кинули Киселеву, они туда еще и тортом угостили. Вот. Ну, наши журналисты любят себя героизировать. Потом еще оператора Гуменюк, ну, это громадское телебачение все это. Можете их вызывать, спрашивать, кого там, кого где арестовывали. Не арестовывали, точнее, задерживали эти боевики. Вот. После этого я вот слышал, что он... приезжали представители... Ну, как говорили тогда полномочные представители высшего руководства Украины. И Владимир Юрьевич каким-то образом осуществлял там модерацию или медитацию. Есть такую функцию. Вот, для того, чтобы урегулировать этот конфликт без кровопролития, насколько мне известно. На чьей стороне он выступал? Он, ну, медиатор не выступает ни на чьей стороне. Человек выступает, он пытается решить ситуацию, разрулить конфликт, как это говорят в Донбассе. Я знаю, насколько мне известно, ну как, ну, он общался и с политиками, с которыми он состоял в одной фракции, было бы, наверное, ненормально, если бы он не общался. Вот, и общался с представителями, вот, так сказать, с полномочными представителями, которые приезжали в Луганск. Насколько мне известно, в Луганск приезжали Порубий, Левус, Наливайченко, по-моему, насколько я знаю. Еще раз уточните, откуда у вас эта информация? Кто приезжал? Нет, ну вообще, да, вот его участие в этом всем разрешении. Я вам сказал, что я услышал об этом впервые еще в Луганске, что... Ну, что Ефремов жмет как бы на этот самый, на сепарскую ноту, ну, что типа там отделение, там, вот, что Струк там уже создает, раздает оружие на юбилейном, создает какие-то эти отряды, а Медяник пытается разрулить. Ну, это я вам просто говорю. А услышали как это? Что это за источник информации? Это я же вам говорю, слухи, это не слухи, это... я говорю, это мне сказал Корсунский, который в это время уже сидел в СБУ. Внутри СБУ. Угу.
Вот. И что переговоры ведутся. Именно от него я узнал, что переговоры ведутся, поскольку мы в Луганске с Владимиром Юрьевичем не общались. Вот. Но мы немного в разных социальных сферах обитали, так сказать. Вот. Поэтому Корсунского я знал с 96-97 года. И по университету еще. Поэтому мы с ним общались. И он мне говорил, что, допустим, что есть выложена на «Украинской правде» эта запись разговора с Корсунским. Я выложил там, где он рассказывает, что Ефремов как бы там давит именно на Степанскую, на эту ноту, что отделение, Россия нам поможет. Вот, что вот в таком вот ключе. Вот. А я говорю, и собирает с коммерсов деньги. Вот. И собирает бизнесмена, он там все это есть дословно, там же есть в деле. И флешку я предоставлял на прошлый допрос. С записью, записью Корсунского. Вот. А так в разговоре я говорю, ну а кто-то, говорю, из адекваной, кто-то есть из людей, говорю, которые как бы, ну, с аквафрешем не бегает. Вот. Он говорит, ну, вот тогда мне, вот, насколько я помню, вот, мне сказал Корсунский, ну, по сути дела, мне больше некому было сказать, поскольку я с боевиками отношения не поддерживал, отношения только с Корсунским. Почему? Потому что, ну, он всегда был последовательно, так сказать, там, ну, в пуле, так сказать, я бы не назвал бы партию «Батьковщина», конечно, демократической, вот, но тем не менее в пуле вот этих вот сил. Он, насколько я знаю, даже снимал офис для Верикина на первом микрорайоне города Луганск. Вот, поэтому у меня с ним, я его как бы знал, и мы знакомы с университета, и вот в таком ключе. Ясно. И что пытается каким-то образом. Какую функцию выполнял там Владимир Юрьевич, дальше я уже спросил у Владимира Юрьевича, когда мы встретились лично. Вот. Владимир Юрьевич мне как бы рассказал, в принципе, все, что я сказал, ну, то, что я изложил в предыдущем протоколе. Да, повторите, пожалуйста. Ну, я дословно вам сейчас не могу привести. Ну, да, обстоятельства встречи передать. Что наши с ним. Да. Но мы встретились с Владимиром Юрьевичем в связи с тем, что у него на оккупированной территории с помощью организованной преступной группы, состоящей из судей хозяйственного суда донецкого происхождения, там Дадькова, Емельянова и также известного рейдера Мурахюра Малика, рейдернули, ну как-то лучше сказать, да, незаконно отняли, ну, понятно, объект, да, недвижимости. И я увидел в этом прецедент, угрозу. Ну, потому что, понимаете, на оккупированной территории осталось огромное количество ипотечных объектов. То есть человек, да, ну, условно говоря, там через полгода, через год освобождают эту территорию, человек приходит, а там сидит какой-то другой уже там вахтанг, условно говоря, не сочтите за расизм. Вот, или какой-нибудь мурахер, и показывает справку от запорожского регистратора или от харьковского о том, что тебе это больше не принадлежит. Вот, поэтому я, конечно же, мы общались и неоднократно встречались, поэтому у него работала юридическая служба, ну, юристы, я не знаю, служба или не служба, юристы работали, вот, с которыми консультировались. Кроме того, насколько я помню, я об этом писал, было открыто уголовное производство по факту завладения его имуществом незаконным, вот, и поэтому как бы у нас были темы для разговора, ну и между делом, конечно же, мы же как бы земляки, мы обсуждали все эти темы, и фактически то, что я слышал тогда, оно нашло вот как бы подтверждение в беседе. То есть это не а то, где эта встреча произошла? Наша первая встреча произошла, вот я не помню, если позволяется, я вот был какой-то открытый ресторан, это было в 2015 году, наверное, май, где-то так. Это и в Киеве ее, или в Киеве? В Киеве. Ну как, в Луганске я уже не мог там находиться с мая 2014 года, поскольку я уже был оклеен, моим лицом был весь город оклеен. Вот, коммунистическая партия постаралась. Вот такая вот ситуация. Какой-то был открытый ресторан, мы общались, ну, эта ситуация непростая, там,
То есть я писал большую статью, есть они в интернете, все доступно, можете прочесть. Писал эти статьи, мы обсуждали, поскольку сама по себе схема рейда, она вообще всегда очень непростая. Вот, то есть где судья, там, где регистратор, где что, то есть нужно было понять. Ну и параллельно, естественно, поговорили об этом. Как называется эта ресторана, не помню, возможно, вспомнит Владимир Юрьевич. Вот, ну вот именно там вот я ему задавал эти вопросы, вот как там было, как происходило. Вот, мы поговорили об этом. Вот, ну, то есть то, что я вспомнил, я не фиксирую это, понимаете? То, что я вспомнил, я изложил в допросе. А вот. Что отвечал вот, по поводу... Владимир Юрьевич мне отвечал о том, что отвечал, что он предоставлял свой офис для встречи, для переговоров между представителями нашей власти и представителями боевиков для того, чтобы... не допустить, для того, чтобы они нашли какое-то взаимопонимание и не было, ну, не было дальнейшей эскалации вот, насилия и так далее, что они как-то договорились. Вот такая вот ситуация. Что касается, дальше я еще спрашивал там по поводу Ефремова, вот, конечно же, и по поводу прочих товарищей, которых я считаю непосредственно виновными в том, что сейчас происходит на Луганщине. Ну, это мое субъективное, конечно, мнение, но я пытаюсь это доказывать. И в том числе это подтверждается как бы, там, показаниями, ну не показаниями, а свидетельствами того же, я же говорю, Корсунского, который был воочию это все видел. Вот. И Владимир Юрьевич мне как бы ну, в ходе разговора мы эта информация, ну, вот знаете, когда люди общаются, вот, то есть эта информация вот нашла ну, как бы свое подтверждение. Вот, да, вот мы обсуждали какую-то информацию, и мы понимали, что речь идет вот конкретно там вот об этих людях. Вот о том, что Ефремов как бы финансировал это все дело. Ефремов там руководил этой программой всей. Вот, а Владимир Юрьевич мне говорил, что он как раз этого не хотел, и что у него в связи с этим, ну, то есть, как бы там было непонимание. Владимир Юрьевич подтверждал факты, что Ефремов финансировал и руководил этими процессами? Ну, да, насколько я помню, да. Угу. Так, продолжайте. Вот. Также там звучали фамилии Дунаева в этом же контексте. Ну, Дунаев это народный депутат Украины, как бы он же лидер же бывшей Краснянской ОПГ в Лисичанске. Вот, поэтому его людей там было достаточно много. Это мне впоследствии бывший прокурор города Лисичанска, Говоруха Максим, говорил. Вот, то есть там, если посмотреть по этим... по этим всем. Ну он, то есть как бы Дунаев был, Ефремов, Горохов, фамилии звучали. Ну вот из крупных, вот из таких, потому что была еще куча там всяких мелочей, там типа недовесов всяких там. А звучали ну, в каком контексте? В контексте того, что они поддерживали Ефремова и имели отношение к, так сказать, к обеспечению деятельности боевиков. Еще раз, и эту информацию вы озвучивали, и ее подтверждал Медяник, либо это Медяник вам эту информацию озвучивал? Вы знаете, мы обменивались тезисами всевозможными, вот, и находили полное взаимопонимание, можно сказать так. Вот, то есть, что такое разговор? Разговор это, когда ты обмениваешься с человеком определенными мыслями, вот, если это не допрос, мы же не допрашивали друг друга, это же не так, как сейчас, понимаете? Вот, ну, а там вот, ну, то есть, я же до этого очень много сделал публикаций по поводу Ефремова, соответственно, Владимир Юрьевич был в курсе, я так полагаю, могу предположить. Вот, публикации и так далее, я хотел выяснить, насколько, ну, не перегнул ли я где-то там, возможно, вот, или наоборот, не дотянул ли чего-то, вот,
И мне нужно было как бы удостовериться в том, что Ефремов и группа Ефремова условная, да, вот, в которую входил Горохов, да, и там из депутата Верховного, Верховной Рады, и там масса политиков, типа губернатора Луганской области Пристюк, его заместители и так далее, и так далее. Вот, глава фракции и там прочее. Вот, то есть, Медяник входил в эту группу? Ефремова? Да. Ну, он мне об этом не говорил, но, на мой взгляд, нет. Ну, они из разных, мне кажется, политических сфер и интересов. Тем более, как бы вы же прекрасно понимаете, что, а почему тогда не поехало представители политического руководства страны, не поехали к Ефремову напрямую в офис? Например, да, в Укркоммунбанк. Вот. Наверное, потому что, наверное, существовали какие-то взаимоотношения внутри парламента, насколько я понимаю. Давайте вернемся к той теме, что был у вас диалог, вы говорите, и вы озвучивали какие-то свои соображения. Да. Он их не опровергал в любом случае. Вот. И вот как-то так вот обмен информацией происходил. Меня когда допрашивали, я подтверждаю все сказанное мной в допросе. То есть, вот такая ситуация. Хорошо. Мне же никто не надиктовывал, понимаете, кто меня допрашивал там. Мы хотим уточнить некоторые детали. Уточняйте, Бога ради, я готов. Давайте. А что вам известно об участии Медяника в организации, финансировании либо другом виде способствования в проведении на территории Луганской области в феврале-июне 2014 года акции протеста против действующей власти, захвата административных зданий и иных массовых беспорядков? У меня нет таких данных. Почему? Потому что он не руководил бюджетниками. Вот я просто почему я не. Ну, почему у меня нет таких данных? Потому что я бы, если бы бюджетниками, у него не было заводов. Вот, допустим, если, допустим, у нас есть такой есть деятель, который почему-то до сих пор не в розыске по фамилии Недовес Андрей. Недовес. Разные люди все время путают. Вот, Андрей Викторович, который разжигает межнациональную вражду, находясь в Луганске, вот, и посещает между этим горнолыжные курорты в Италии, да, он не находится в розыске. Так он свой завод выгонял там 25 января, есть у меня видеозапись, например, как он требует от Януковича там утопить там Майдан крови. Там завод какой? Завод «Автоклапан». ЗАО «Автоклапан», по-моему, Луганск. Вот, допустим, вот такие вот люди, они выгоняли своих рабочих просто, ну, собрали все и вперед. Вот, поскольку у Владимира Юрьевича бизнес был связан с, ну, как это называется, с коммерческой недвижимостью, в основном, насколько я понимаю, и с, не помню, ну, дело в том, что у меня же был сайт свой, то есть я как бы все равно, мы ведущие политика, бизнесмена города и региона, мы все равно были осведомлены, вот, и он занимался продажей вот этой электронной техники оптовой, то есть больше, ну, у него была своя сеть магазинов, я забыл, Эльдорадо, по-моему, или не Эльдорадо, Каштан Электроникс, пардон. Да, вот, и он занимался в своих магазинах, вот, то, ну, как бы это не те люди, то есть он просто сдавал, то есть у него не было таких людей, которых он мог бы выгонять. Соответственно, насколько я знаю, он был, конечно, против Майдана, вот, то есть, как бы против этого всего дела, но это же вопрос дискуссионный, как говорится. Можно быть за Майдан, против Майдана, а главное против Украины не быть, как помню. Вот такая вот ситуация. Что касается его участия в так называемой «Русской весне», то мне известно только то, что я вам сказал. Вот. Угу. Мне известно, что он... Во всяком случае, среди тех людей, которых мне перечислял тот же Корсунский, скажем, да, кто же там из Луганщан, там же часть уже погибла, я уже всех не... Давайте по Медянику. Я просто говорю, среди тех людей, среди людей, которые давали деньги на боевиков, Медяника я не слышал. Ясно.
Фамилию Медяникам я не слышал. Давайте вернемся к вашим показаниям. Да, от 9.08.2016 года. В своих показаниях в контексте разговора об оккупации Луганской области вы указывали, что Владимир Медяник рассказывал, что принимал непосредственное участие в этих событиях. Давайте я зачитаю, просто разъясните, правильно ли истрактованы эти показания в протоколе. Крім того, протягом 2015-2016 років я двічі чи тричі особисто зустрічався з народним депутатом України Медяником Володимиром Юрійовичем. З ним я познайомився, вже перебуваючи в місті Києві, у зв'язку з розслідуванням фактів рейдерства на території окупованої частини Луганської області. В ході розмови ми зачепили тему початку окупації Луганської області і ролі луганського політикуму в цьому процесі. Володимир Медяник розповів мені, що брав безпосередню участь у цих подіях. Ну, все правильно, так як я вам сказав. Безпосередньо, в чому це непосередньо участь проявлялося? Ну, здесь просто, наверное, был в ході допроса не конкретизировано. Это то, что я вам сейчас рассказал. То есть, по моим данным, вот, он, это уже, там период указан, скажите еще, чтобы я... Встреч или... Не, вот период. Вы встречались 15-16... О каком периоде идет речь? Тему початку оккупации Луганской области. Ну, початок оккупации начался со 2 марта 2014 года, на мой взгляд, когда захватили первый раз здание обл.администрации. То есть я считаю... И когда Галенко зачитал обращение к так называемому братскому русскому народу. Вот это вот я считаю началом оккупации Луганской области. Вот. Значит, он принимал участие, я имелось в виду, что он принимал участие, что он был внутри этих событий. Но у меня нет оснований обвинять, либо давать эти показания, ну, свидетельства о том, что он был причастен. Ну, я же понимаю, либо к финансированию этой организованной преступной группы или там терроризма. Вот, что он выдавал оружие, да, допустим, либо финансировал людей вооруженных, да, как это делал Струк, например, да, на юбилейном. У себя в поселке Юбилейный. Кстати, Струка вчера видели в Харькове, например. Вот с ним бы я сходил бы на научную ставку, серьезно говорю. Вот. То есть вот таких вот данных у меня нет о том, что он делал что-то для того, чтобы разжечь войну. Вот. Насколько я понял его функция была, ну, это называется в Донбассе порешать. То есть разрулить проблему. Вот. Возникла проблема. С одной стороны, он, наверное, же с Ефремовым уже общался, поскольку они были в одной фракции. Вот. С одной стороны, была группа Ефремова, которая откровенно пророссийская, которая, собственно говоря, с Ефремовым во главе, который последовательно режиссировал и всю драматургию вот этого всего создавал. Из Укркоммунбанка носили деньги постоянно в поддержку этих людей, которые оккупировали площадь перед СБУ, потому что они являлись живым щитом, потому что их, ну, можно было бы, конечно, СБУ просто взорвать, но это погибли бы мирные люди, Россия забила войска. Вот. Вот такая вот ситуация. А он, насколько мне известно, пытался решить эти вопросы, не доводя до этого. Вот такая ясно, вот ситуация. Ясно. То есть он пытался каким-то образом вот эти вот две группы боевиков, да, и даже три получается группы, потому что одна была, это был центр управления Ефремов, потом были там исполнители боевики, да, которые были там, Ефремов тоже, я так думаю, над ним начальник где-то там сидит, ну, в другой стороне. Вот, и представители нашего государства. Вот. Он пытался как-то между собой координировать, ну, как, каким-то образом, чтобы они нашли взаимопонимание и чтобы не было стрельбы, там не было того, что произошло впоследствии. Ясно. Давайте следующий вопрос.
Согласно ваших показаний, со слов медианика, вам стало известно, что Ефремов лично организовывал сбор наличных средств для поддержки боевиков, которые захватили здание СБУ в Луганской области, Луганской областной госадминистрации. С его слов, деньги давал народный депутат Горохов, Струк и Дунаев. Расскажите подробнее обстоятельства этого разговора. Ну, это уже было после того, как я опубликовал интервью с Корсунским. Вот, и я ему сказал, что слышишь, ну тут... Ему кому? Владимиру Юрьевичу. Mm-hmm. Я вот не помню единственное, ну, в какой форме я сказал, говорю, что ну такая вот данная, такие данные, что Ефремов там сидит как бы и собирает там с коммерсов, с крупных, и распределяет им уже их будущие роли в молодой, но гордой республике, кто чем будет рулить. Вот, в таком случае. И вот, насколько я помню, Владимир Юрьевич подтвердил, да, эти слова. Подтвердил каким образом? Кивнул, сказал да или... Ну, как-то, ну, вот как-то, как-то так, да, что вот, вот эта вот вся группа ефремовская, что они действительно финансово поддерживали боевиков. Вот, перечисленное. Ясно. Вот единственное, там выпадает чуть как бы Дунаев вот из этой группы ефремовской, потому что Дунаев это ну, не совсем ефремовская группа, это все-таки как бы человек там все-таки родственник Бойко там, ну, или там полуродственник какой-то, они там, у них какая-то там межвагинальная связь, извините за выражение. Вот, но тем не менее, Дунаев, я же вам все-таки говорю, что Дунаев, он тоже, понимаете, я вам скажу, вот опять же, да, две ипостаси, скажем так, две ипостаси модерации или медитации, да, вот, Дунаев, допустим, сидел там в СБУ постоянно за этими боевиками и своим присутствием как народного депутата не давал их физически уничтожить, например. Медяника я там не видел, может быть, он там был, но я его не видел. То есть это вам нужно уже... А Дунаева видели? А Дунаева лично видели? Так в видеоролике в YouTube он гуляет, пожалуйста, смотрите, конечно же. И Корсунский мне рассказывал, что Дунаева Бупа там сидит вообще. Что его парни оттуда с Лисичанска сидят. Угу. Вот. То есть вот такая ситуация. Ну, насколько мне известно, ну дальше я уже не буду. Это уже не касается, не относится как бы к предмету протокола. Ну, то я когда-нибудь напишу книгу, там все прочее. Исходя из ваших показаний, медианик рассказывал, что в результате переговорного процесса стороны почти достигли согласия и конфликт должен был быть исчерпан мирным путем. Однако Болотов и Рельке по указанию Ефремова отказались от мирного урегулирования ситуации. Подтверждаю. Эта информация откуда вам стала известна? От Владимира Юрьевича. А можете сказать, ну каким образом он это высказал? Ну вот таким примерно вот, что, ну таким, что ситуация была сложная, что там были не все одинаково договороспособны, вот, что Рельке был более такой нервный, там дерганный, что даже там, насколько я помню, там даже пронес оружие на какую-то встречу, на одну из встреч, и фактически, в принципе, мог уничтожить там одно из первых лиц государства, да, наше, вот, которое сейчас, допустим. Но вот, и что они как-то уже находили где-то общий язык, вот, в каких-то моментах. Ну, опять же, мы, ну, как общий язык, то есть он мне стенограмму не предоставлял. То понятно, есть, они почти, интересует они, роль Ефремова они почти договорились, да, но потом Ефремов сказал нет, нас это не устраивает, вот то, что я слышал. Да. А сказал нет, как он сказал это? Ну, через них это передал или лично участвовал в переговорах? Ну, когда вот, ну, когда люди, когда между собой общаются на такие темы, они не конкретизируют. Я же не могу. Мы задаем вопрос, да, это же не значит, что вы можете знать. Да, ну то есть вот таком, что Ефремов сказал, что нет. Вот, что нас это расклад не устраивает. Вот и все. Yes. Вот, и насколько я понял, что вот из тональности медианика, что он был разочарован таким
раскладом, что ему хотелось выступить в роли все-таки здесь как бы человека, который помог бы все-таки не допустить этого конфликта. А Ефремов пошел дальше на этот конфликт своим отказом и дальше мобилизовался. Раскладом или чьими-то конкретными действиями, говорите, разочарован был? Он был, сложившаяся ситуация, что не удалось окончательно достигнуть этой ситуации. Не удалось достигнуть результата. Может быть, даже, знаете, не удалось, как это сказать, убедить главарей боевиков, чтобы они пошли на условия представителя нашего государства. Ясно. А еще один вопрос. Исходя из ваших показаний, со слов Медяника, вам известно, что он, Медяник, пытался уговорить Ефремова Александра Сергеевича не нагнетать ситуацию и идти на переговоры. Однако тот ответил, что его не устраивает предложение украинской власти что он рассчитывает на поддержку России. Расскажите подробнее об обстоятельствах этого разговора и об обстоятельствах, которые со слов Медяника, об обстоятельствах встречи с его и Ефремова, на которых на этой встрече обсуждалось вот этот вопрос. Вот эту конкретную фразу, по-моему, он сказал мне позже. Вот, и это мы встречались, еще мы были в хоум-кафе, встречались на бульварной Кудрявской, 32, в городе Киеве. Ну, тоже по тем же, по нашим этим, по расследованию, потому что там два расследования было. Вот, потому что там в первой части было там роли Татькова, Емельянова и Мурахвера, во второй части было роли Минюста и нотариусов, которые оформляли эти фейковые сделки, в результате чего производился рейд. Вот, то есть мы как бы это, то есть вы должны понимать, что мы не встречались для того, чтобы говорить о Ефреме. Если бы я захотел взять у него интервью, то, кстати, вот это я уже жалею, что я этого не сделал. Вот, наверное, надо было это сделать, такое подробное интервью надо было взять. Ну, я думаю, у меня будет такая возможность еще. Ну, просто вы же понимаете, мы же не можем брать интервью, которое, допустим, его же надо где-то публиковать, понимаете, вот такая вот ситуация. Поэтому тогда эта ситуация, как бы мы были увлечены, я же как тем более Татькова, Емельянова, это же мои подопечные, поскольку я же член Румынской Рады при Минюсте с питанием иллюстрации. Вот, поэтому я только услышал эти фамилии, для меня что, то есть моя тема. Вот такая ситуация. Что касается этого, вот, по-моему, где-то там мы встречались, да, и вот я вот все вот так вот подтверждаю. Что, то есть это его фразы? Да, либо... да. То есть я говорю, то есть мы обсуждали тоже, я говорю, понимаете, я же в это время все-таки, я же не только с ним общался, я общался с разными людьми, получал какую-то информацию, ставил какие-то вопросы, говорю, вот оправдали, что-то, все же в памяти не хранишь. То есть я для себя пытался, я же не только с ним встречался, я встречался с людьми, которые были с другой стороны, скажем так, и оппонентами политическими, и с людьми, которые опосредованно, хотя и выехали с оккупированной территории, имели там, общались, скажем так, с представителями этих всех военизированных групп боевиков, так сказать, добывая информацию. Ну, это... Журналисты добывают же информацию, вы знаете, как раскрываются источники. То есть вопрос в чем? Что это он вам вот эти фразы высказал, либо вы высказали, а он подтвердил там или кивнул головой? То есть вот такой. По прошествии такого времени я вам не могу сказать, но можете зачитать последнюю фразу? Исходя из ваших показаний. А что Ефремов оказался против, сказал нет, да. Да. Он пытался уговорить Ефремова не нагнетать ситуацию и идти на переговоры. Однако тот ответил, что его не устраивает предложение украинской власти, что он рассчитывает на поддержку России. Ну, может, там было там недословно, может, украинской власти он не говорил, вот, но это да, это Владимир Юрьевич, да, совершенно. Ясно. А у прокурора будут свидетели? Нет. Владимир Юрьевич, вы выслушали показания свидетеля Иванова Сергея Владимировича. А согласны вы с ними, не согласны? Если не согласны, то в какой части? Смотрите, в целом,
целом то, что говорит Сергей Владимирович, оно абсолютно соответствует действительности. Единственное, что здесь есть ряд вещей, которых он не помнит, я помню, могу о них сказать. Даты, скажем, названия и так далее. В целом я согласен, но у меня есть ряд уточнений, дополнений, вопросов, но у меня есть несогласие с формулировкой, которая указана в протоколе. Поэтому я бы хотел как бы задать вопросы, дополнить и уточнить ряд моментов. А вы говорите в целом... А то, что он говорит, да, я полностью, ну как, в целом я согласен полностью. А что касается роли Ефремова в процессах, которые происходили на Луганщине в феврале-июне 2014 года, вы согласны с высказываниями Сергея Владимировича? О роли Ефремова? Да. Подождите, а какие конкретно вы сказали? Ну вот мы задавали вопросы свидетелю, он отвечал на них, что с ваших слов ему известны определенные факты участия Ефремова в этом конфликте. Вы согласны с этим? Подождите, но он, есть ряд вещей, отраженных в протоколе, ряд вещей, только что Сергей Владимирович высказал устно. Очень-то очень глобальных, я не могу со всем глобальным объемом согласиться по чьей-либо роли, не только Ефремова. Я могу говорить исключительно то, что видел сам, и свидетельствовать о том, что видел сам. Или видел сам. Да, за свои действия отвечать, потому что я нахожусь сейчас под арестом, в заключении. Мне важна каждая формулировка, каждая запятая, каждая... скажем, слово и буква, поэтому давайте формулировать. Задаем вопрос четко, который задавался свидетелю. Исходя из показаний свидетеля Иванова, с ваших слов, ему стало известно, что Ефремов Александр Сергеевич лично организовал сбор наличных средств для поддержки боевиков, которые захватили здание УСБУ в Луганской области и Луганскую областную государственную администрацию. А на этот вопрос свидетель ответил, что да, ему эта информация стала известна, в том числе и с ваших уст. Вы подтверждаете это? Нет, я не могу подтвердить, что мне лично известна информация, что Ефремов собирал наличные деньги. Я такого говорить в принципе не мог, о том, что Ефремов лично собирал наличные деньги. Хотя из других источников, в том числе из показаний свидетелей, слышал такую информацию тоже, что он собирал... коммерсантов, бизнесменов. Но показания свидетеля, свидетелей вы же на тот момент не знали о существовании этих свидетелей. То есть такой, на такую тему разговор или не было на такую тему разговора? В целом у нас совсем другая была тема разговора. Абсолютно другая. Меня волновало совершенно другие вещи. Абсолютно другие. То, что в контексте нашего разговора возникали какие-то политические, скажем там, темы, да, косвенно возникали, с учетом того, что Сергей Владимирович активно занимается изучением этих вопросов, ну, профессионально и глубоко, то ему эта тема ближе, да, но меня волновала совершенно другая тема, абсолютно другая тема, с которой мы и встретились. И предмет нашей встречи была другая совершенно тема. Причем лично мы тогда познакомились, как и он говорит, ближе познакомились, так заочно я его знал. Нас познакомил там один из наших там совместных друзей, исключительно по теме того, что у меня рейдерским способом забрали объект. Меня волновал исключительно этот вопрос. Ну, на эту тему вы поговорили, а на тему, что касается нашего производства, о конфликте на Луганщине в феврале-июне 2014 года, вы затронули лично, косвенно эту тему? То, что Ефремов лично собирал какие-то средства наличные, я такого не говорил. Почему, по вашему мнению, свидетель говорит о том, что вы такое говорили? Я не могу сказать, почему он говорит, но и он тем более так не говорит. То есть словно, что это именно я в таком контексте. Ну, я это могу процитировать протокол. Из протокола, да, но я вот против такой формулировки в протоколе. Потому что то, что Ефремов лично собирал наличные средства, я такого не говорю, потому что я такого не знаю. Сейчас, извините, если разрешите, то, в принципе, я могу сказать, что Ефремов бы лично с Кравчучкой не ходил бы, конечно, не собирал бы эти деньги. Вот. Ефремов отдавал команды, что и где, кому
оплатить это, я уже знаю, там, как бы, уже из других источников. Нет, речь идет вот. О том, говорил ли Медяник о роли Ефремова или нет. Он Владимир Юрьевич, насколько я помню, мне сказал, что Ефремов, значит, давал, ну, собирал бизнесменов и политиков и, значит, обозначал ему финансовые обязательства перед вот этой группой боевиков по ее обеспечению, так сказать, вот, вот в таком вот ключе. То есть он, естественно, не уточнял, что, ну, не Вовоське, что он деньги носил и все прочее. То есть в таком ключе. То есть у нас был зафиксированный факт еще в марте, когда из Укркоммунбанка вынесли деньги, и есть фото, там где эти деньги, да, вынесены, их раздают. Вот. Но это же было еще в марте. А по поводу мая, то есть мы механизм, не обсуждали механизм передачи денег. Ну, понимаете, когда вас собирает там Ефремов, да, он говорит, так, ты там занимайся этим, вот и все. То есть, ну, я понял это вот таким вот образом. Каким образом это было сказано дословно, естественно, через два года вспомнить очень сложно. Но я настаиваю на том, что именно действительно вот это я услышал. То есть, как бы, я здесь... Вот сам вопрос, что он собирал наличные деньги. Нет, ну это понятно. Это, ну представьте, Ефремова под сумкой. Это понятно. Это же бред. Тут написано. Да. Ну это же вопрос, может быть, я тогда не вычитал. Ориентировал людей на сбор или там представителей бизнеса. Хорошо. Это... Не ориентировал, нет, Ефремов, он устанавливал четкие обязательства. Что значит ориентировал? Так. Это все равно сказать, что Ефремов ориентировал людей на антимайдан. Ничего себе, 5 тысяч, минус 35 на улице, 5 тысяч стоит. В воскресенье делать им нечего. Да, сориентировал. Ребята, ну если хотите, придите. Так, Владимирович, следующая позиция. Исходя из показаний свидетеля Иванова, вы рассказывали, что в результате переговорного процесса стороны почти достигли согласия, конфликт должен был быть исчерпан мирным путем. Однако Болотов и Рельке по указанию Ефремова отказались от мирного урегулирования ситуации. То есть ключевое по указанию Ефремова. Вы озвучивали свидетелю такую информацию? В таком контексте, как написано, нет, не озвучил. Еще раз настаиваю на том, что у нас разговоры были исключительно, и тема разговоров исключительно касательно рейдерства торгового центра, который я построил, и на который мои предприятия потратили 28 миллионов долларов, в том числе большую часть заемных. И меня это волновало очень, потому что меня лишили этого. Это понятно. Незаконно. И вот это была основная тема, и это у меня было в голове. А второстепенная? Тема косвенная очень. И дословно говорить на сегодняшний день, я могу только то, что я говорил или не говорил, мог сказать или не мог сказать. Об этом я могу говорить. Но это темы были косвенные, косвенно затронутые. Это не было темой встречи. Мы не обсуждали это исключительно там в контексте действий Ефремова или действий третьих лиц каких-то. То есть, как я вам сказал, они вплетали, знаете, вот как да. Там. Мы говорили как бы тему, потом делали там какой-то перерыв, там, грубо говоря, вот, и вспоминали, ну, то есть, опять же, возвращаясь к Луганску, вот. Иду, ну, понимаете, вот это синдром вот тех людей, которые потеряли все. Знаете, вот ты говоришь о деле, а потом вспоминаешь, вот, а вот если, ну, вот если бы там того-то не было, например, все, и откатывайся, да, и здесь сейчас вас говорю, я же, у меня виновника русской весны на Луганщине, я знаю давно, у меня это мой пункт, это человек, который сейчас находится под стражей, его зовут Александр Сергеевич Ефремов. То есть вы связываете вот. Все вот эти вот события с Ефремовым, почему там ни с Корсунским, ни с Болотовым? Да, потому что Корсунский это аферист. Я образно говорю. Ну да, Болотов это шестерка, вот. Все остальные, ну там Цыплаков, да, который там якобы повесился. Ну посмотрите на их лица, елки-палки, это же пятикантропы, ну о чем вы говорите? Хорошо, давайте следующий вопрос, следующая позиция. Еще можно вернуться к вопросу и дополню, и отвечу до конца на этот вопрос. Действительно, мы это упоминали в общем контексте, потому что действительно это болит. Кто-то потерял меньше, кто-то потерял больше, но в любом случае все потеряли все. Поэтому у нас неважно, кто-то потерял миллион рублей или 10 рублей. И жилье, и работу, и бизнес, и все остальное. Но в таком контексте, как написано в протоколе, вот конкретно в протоколе, я против такого контекста, потому что я такого не говорил и говорить не мог, скажу в чем разбежность. Значит, также Медяник рассказал, что он брал участие в перемовах между Болотовым, Рельки и уполномоченным представителем украинской державы.
То есть я так, в принципе, не мог сформулировать по одной простой причине, что Болотова я не знал, не знаю до сих пор, и жильем никогда не видел. И Болотов участие в переговорах не принимал. Это подтверждает и Поруби, и Левус, и я это подтверждаю и говорю. И кому-то сказать, тем более Сергею Владимировичу, при встрече, которая не касалась вот этого, вот в таком контексте я просто не мог и не говорил. Я Болотова и сейчас подтверждаю, что я его не видел и не знаю. Его не было на переговорах. Чем объясняется такая формулировка тогда показаний? Я не могу сказать. На вашу точку я боюсь, что может быть с учетом того, что следователь Захаров, который тоже является луганчанином, для чего-то он так сформулировал, Сергей Владимирович дочитывался, не дочитывался, я не знаю. Но такого в принципе быть не могло. Я много раз говорил следствию. Я за 2.5 года много раз обсуждал, но в очень узких кругах данный вопрос. Почему узких? Потому что с Парубием и с остальными членами переговорной группы была договоренность не выносить это ни в средства массовой информации, ни в широкий зал. Но тем не менее, то, что я говорил, я подтверждаю сейчас во всех протоколах. Но то, что Болотова не могло быть там, это однозначно. Я этого не мог говорить ни тогда, ни сейчас, никогда. Вот. И то, что между полномочными, то есть я как бы был модератор, медиатор, ну тут тоже не совсем согласен, потому что ну, я как бы занял позицию и в группу вошел с Парубием, с Левусом, с Наливаченко, они это подтверждают. Как бы я выступал исключительно за государственные позиции, с позиции депутата Верховной Рады. Ясно. Давайте еще... Без всяких политических окрасов, потому что я понимал, что пахнет серьезными событиями, их надо же срочно остановить и предотвратить. И тогда меня уже не волновали ничьи там действия абсолютно. Не, ну так я об этом и говорю. Да, я с этим согласен. Я просто уточняю, что касается... для меня важно каждое сейчас загадать. Владимирович, я вас, это же ваше процессуальное право. Я вам просто могу сказать, что что касается Болотова, то я вполне допускаю, что Болотов, это лучше уточнить тех лиц, которые ввели про процедуру, я думаю, это не составит никакого труда, и тем более, если они допрошены все. Вот. Но что касается Рельки, то я здесь настаиваю, потому что я помню, как вы рассказывали, что он с собой пронес там какой-то там, то ли пистолет, то ли нет. А что касается Ефремова? Что касается Ефремова, у нас мы много говорим о Ефремове, что конкретно скажем. Ну вот, озвучивал Владимир Юрьевич эту фамилию или не озвучивал? Конечно, да. Да? Да. И скажите, пожалуйста, Владимир Юрьевич, еще вопрос. Исходя из показаний свидетеля Иванова, с ваших слов ему известно, что вы пытались уговорить Ефремова не нагнетать ситуацию и идти на переговоры. Однако тот ответил, что его не устраивает предложение украинской власти и что тот рассчитывал на поддержку России. Скажите, имел место такой разговор с Ефремовым? Вот, и если да, то и при каких обстоятельствах он происходил? То, что касалось разговора с Ефремовым, я отражал в предыдущих допросах. И по поводу моего разговора конкретно с Ефремовым по этой ситуации, также отражал в предыдущих допросах. Вся информация об этом есть. Свидетель не знает содержания этих допросов. Я не могу это рассказывать, потому что вы нас предупредили о сохранении тайны следствия. Мы даем разрешение. Во время следственного действия. Что тогда конкретно? Смотрите, тогда вот эта формулировка не совсем корректная в протоколе. То, что говорит на сегодняшний день и сейчас в этом следственном действии Сергей Владимирович, я подтверждаю. То, что написано как сформулировано в протоколе, я не могу подтвердить, потому что Ефремов не являлся какой-то стороной, как он один, да, вот, процесс переговорного в том числе. И он не был в переговорном процессе, он был над процессами всегда, и об этом говорит Сергей Владимирович. Давайте конкретно, вот вы пытались уговорить Ефремова не нагнетать ситуацию? Нет, я не пытался уговаривать Ефремова не нагнетать. Вот в таком контексте я не согласен. А Ефремов ответил вам, что его не устраивает предложение украинской стороны, и что он рассчитывает на поддержку России? Нет, такой формулировки он не отвечал. Скажите, почему, по вашему мнению, Сергей Владимирович говорит, что такой разговор имел место? Сергей Владимирович говорит не так сейчас. На данном конкретном процессуальном действии он говорит в целом и взагалі. Он совершенно четко подтверждает и мою позицию, и сам рассказывает, как все это было. У нас другой был предмет разговора. И мы не можем, вот я, допустим, за себя скажу, я не могу 100% четко утверждать, как я сформулировал какую-то политическую фразу. Не могу, потому что это было между разговором основным. И я полностью был заточен на том объеме материала огромном, который касался рейдерства моего объекта.
А его было очень много, у меня этого материала, и документального, и в голове, я полностью на этом был заточен. То, что как было сформулировано в разговоре между нами дословно, я не помню. Я могу совершенно четко сказать, что я не мог говорить ни при каких обстоятельствах, и что я не говорил. Потому что, ну, Болотова, как бы по Болотову я уже сказал, да, формулировка, что он наличные деньги собирал, я тоже однозначно не мог сказать. Ну, тем более Сергею Владимировичу тогда при том разговоре. Но ясно, хорошо. Такой формулировки мы выяснили позицию. Да. А у вас вопросы есть к Сергею Владимировичу? Прошу прощения. Давайте задам пару вопросов вам, и потом уже перейдем, вы зададите вопросы свидетелю и защите. Просто вам следователь задал ряд вопросов, и на которые вы конкретно не ответили, я хочу к ним вернуться. Вы сказали, что вы не соглашаетесь с тем, что написано в протоколе. Но после этого свидетель изложил более детально свою позицию по финансированию. То есть он рассказал, что Ефремов был... Нет, он не, более детально не перебивает. Я вам задаю вопрос. Он, свидетель сообщил, что Ефремов организовывал, то есть собрал людей, организовал, дал указания кому, что необходимо делать, а не получал лично деньги. И вы не сообщили, вы согласны с этим или не согласны, как вы, что вы говорили конкретно свидетелю. Вы можете, пожалуйста, сказать, что вы говорили свидетелю? Значит, я в такой формулировке, как вы сейчас сказали, такого не говорил однозначно. То, что Ефремов, для того, чтобы такое сказать, я должен был быть свидетелем того, что Ефремов собирал каких-то лиц, должен их знать и указать. Я не был свидетелем, что Ефремов кого-то собирал, с кого-то какие-то деньги получал. Я это неоднократно уже упоминал. И такого в разговоре не говорил. А взагалі, в общем, в каких-то общих моментах Сергей Владимирович мог что-то сформулировать, я мог что-то сформулировать. Согласиться, не согласиться, кивнуть. Такое теоретически могло быть. Но в таких формулировках однозначно не было. Вы сейчас намеренно пытаетесь наш разговор, который не касался совершенно политических моментов, подвести под какое-то конкретное уголовное дело. Мы с Сергеем Владимировичем встречались по другому поводу. Я на этом настаиваю. Ну, что ж не оспаривает. И о том, что я формулировал, что конкретно Ефремов в конкретном месте собрал конкретных людей, я такого не говорил. Можете то, что сказать, сказать, что вы сказали свидетелю? Нет, я не помню. Вы не помните? Ну, нет, так потому что скажу, почему не помню. Потому что конкретных формулировок таких вот не было, я их не говорил. Вот это я 100% помню. Упомянуть фамилии я мог. Какие? Любые. Ну вот сегодня. Любые, что в разговоре было. Я даже эпитеты мог употреблять, подтверждаю. Фамилии Горохов, Струк, Дунаев. Говорили? Конкретно я не помню, чтобы я называл такие фамилии. И в такой связке, потому что это не связанные люди. Дунаев совершенно верно, вот как и говорил Сергей Владимирович, это одна группа. Горохов, Струк, другая. Если в этом я с ним согласен. А объединять их вот сейчас искусственно в одну группу я бы не стал. Дальше вы прослушали показания свидетеля, который сказал, что услышал от вас, что практически стороны пришли к согласию, но в дальнейшем рельки, но фактически Болотов и рельки в дальнейшем приняли решение прекратить переговоры. И что окончательное решение принимал Ефремов. Нет, я такого не говорил и не могу сказать. Что вы сказали свидетелю по поводу... Не говорил такого вообще. По поводу роли Ефремова в переговорах. Ефремов не был стороной переговора, не участвовал в переговорах. Я могу отвечать только за себя, подчеркиваю, под протокол. Я участвовал в переговорах и буду подтверждать только то, что делал я. Я не знаю, что делал конкретно в это время Ефремов. И я не говорил о том, что конкретно в это время делал Ефремов, потому что я не знаю об этом. И дальше... Я настаиваю на том, что у нас другой был предмет встречи. Это очень опосредованный... Ну, никто же не спорит. Я даже вам еще раз говорю. Свидетель это подтверждает, но никто же не спорит. Дальше свидетель сообщил, что... Вы ему сказали, что вы пытались уговорить Ефремова не нагнетать ситуацию, и что Ефремов сказал, что его не устраивают условия украинской власти, что он рассчитывает на поддержку России.
Вы такое говорили? В такой формулировке нет, не говорил. Ну, скажите формулировку, в которой говорил. Формулировку, в которой я говорил, могу совершенно четко сказать, что Ефремов не являлся участником данных переговоров. Он не принимал решения в той группе переговоров, в которой участвовал я, никаких. А то, что отдельно с Ефремовым у меня были встречи, вернее, была встреча, о которой я говорил уже, в частности, где поднимался вопрос о данных переговорах, я настаивал на той формулировке, которую я уже сказал в предыдущем допросе по Ефремову. Об этом я мог и сказать. Не, ну можете до конца ответить, но я у вас спросил, что вы сказали свидетелю. Вы не до конца ответили. Ну, конкретно, что вы сказали свидетелю? О чем? О том, что свидетель говорит, что он от вас услышал. Вы пытались переубедить Ефремова. Свидетель не говорит то, о чем вы сейчас вкладываете в его уста. Это написано в протоколе первом. Свидетель сейчас при мне. На данном процессуальном действии говорит по-другому, вернее, не такими формулировками. Ну, мы можем еще раз послушать, можете сказать своей формулировкой, а вы еще раз подтвердите, опровергните или скажите свою версию. Потому что с формулировкой, которую свидетель сейчас сказал, я согласен, а с формулировкой, которую он отразил в предыдущем протоколе, вот в частности... Ну, так для этого же следственное действие, потому что да. Уточните. Вот, да. Скажите, с какой вы согласны формулировка, то от вас невозможно ее услышать. Как бы говорите обо всем, но не о чем. Я вам скажу больше, что с такими формулировками, которые я увидел в данном протоколе допроса, вот 9-го там... Нет, то, что сказал сегодня свидетель. Не перебивайте, пожалуйста, подзащитного. Вы хотите сейчас конкретно меня подвести под какие-то формулировки. Я это вижу. Вы меня незаконно вообще в тюрьму посадили, безосновательно. А вот сейчас вы меня настаиваете. Я вам говорю, что мы говорили про экономику, а вы настаиваете, что мы говорили про политику. Такого не было. Вы пытаетесь сейчас смоделировать мои показания. Такого не будет. Давайте еще раз. Значит, вы сказали, я согласен с формулировкой свидетеля. Вы можете озвучить эту формулировку? Свидетель только что озвучил формулировку в целом. Вот в целом я согласен. В частности, я конкретно не согласен с той формулировкой, которая указана в данном конкретном допросе. А вы лично на основании допроса данного свидетеля продлили мне арест в суде. Вы это озвучили в суде, конкретно озвучили в суде, сославшись на данного свидетеля. И я сижу здесь из-за того, что этот свидетель якобы что-то сказал в точной формулировке. Так вот, я против этой формулировки. Я такого свидетелю не говорил. Тогда вопрос свидетелю вот, по этой ситуации. Вы, согласно ваших показаний, вы услышали от Медяника, что он общался с Ефремовым и пытался его переубедить, не нагнетать обстановку, идти на переговоры. И якобы Ефремов сказал, что его не устраивают эти условия. Можете дословно высказать свою позицию, а Медяник скажет, подтверждает он это? Знаете, дословно, то, что было 2 года назад, сейчас вам никто не воспроизведет, это само собой. Так точно, как, я думаю, подозреваемый не воспроизведет детали своей беседы с Ефремовым детально. Вот. Но общий смысл, и я настаиваю, я ждал показания, будучи предупрежденным задачу заведомо ложных показаний, вот, о том, что он пытался, что он обеседовал с Ефремовым, вот, и обсуждая эту ситуацию, пытался убедить его в том, что эту ситуацию можно разрешить без эскалации насилия и так далее, и так далее. Ну, в таком ключе. То есть, как это дословно звучало, я вам сейчас не скажу и никто не скажет. Это невозможно. Это можно сказать, если бы этот разговор записывался, понимаете? Но поскольку он не записывался, этот разговор, то я вам сказать не могу. Вот. И что Ефремов сказал, не сказал, что Ефремов отказался, скажем так, содействовать вот этой инициативе, которая была озвучена подозреваемым. Вот в таком вот ключе. Вот. С точки зрения семантики, вот то, что здесь написано, и с точки зрения того, и то, что я только что сказал, это одно и то же. Но как это звучало в конкретных фразах, и опять же, вот, я вот здесь даже, наверное, соглашусь в том плане, что невозможно
у нас разговор действительно, то есть это поток, мы разговаривали 2 часа вообще на другую тему, говорю, это огромное количество цифр, схем, там банки замешаны были, там цифры заемов, кредитные линии, кредиты, нотариусы, эти все, госрегистрации, Министерство юстиции, уголовное производство и так далее, так далее, так далее, так далее. Просто мы там время от времени, то есть, как, потому что ну, для того, чтобы переварить, и вот как-то в промежутках оно вкраплялось. Это все. Вот, то есть, точно так же, как мы там говорили там, о каких-то там общих знакомых, там, а что там этот, и, ну, то есть, ну, в таком, как дела там у кого-то, ну, мало ли, ну, то есть, все равно у нас маленький город, потому все друг друга знают. В таком ключе. Поэтому вот на я не вижу просто семантических разногласий между сказанным здесь и тем, что я вам сейчас поясняю. В любом случае, главное, чтобы была воля подозреваемого с его слов на урегулирование этого конфликта. Он, зная, что Ефремов находится как бы над процессом, но имеет на него влияние, апеллировал к нему. Ефремов не разделил эту инициативу, фактически отказавшись. Вот и все. Это то, что я вот спустя там, 2 года после этого разговора могу вам, как бы, могу вам сказать. Вот, вот такая ситуация. То есть я на этом я настаиваю. Почему? Потому что это было. Но с другой стороны, я хочу возразить подозреваемому. Я не думаю, что если бы суд арестовывал на основании этой фразы, продлевал стражу, ну это какой-то бред, извините меня, почему, Владимир Юрьевич, потому что я говорю о том, что вы высказывали миролюбивую инициативу, а вы говорите, что вас на основании этой инициативы арестовал суд. Судья сослался конкретно на... Не, ну они же приводили не только мои показания, но я сбывал на суда. Также говорил ли Медяник, что Ефремов рассчитывает на поддержку России? Ну да, там Россия вот была как-то вот вплетена в разговор, да, что он сказал, что, ну, это прозвучало приблизительно следующим образом, что вот люди, да, там, представители полномочные украинского государства, я просто всех не помню, кто там был, я вот фамилии вот 3 вот я помню, но если подтверждает, Владимир Юрьевич, значит, так оно и было. Вы сказали, а Ефремов сказал, что нет, нас поддержит Россия в таком плане. Что... Владимир Юрьевич, вот вы прослушали показания свидетелей. Быть может, извините, сейчас буквально секунду, быть может, это было сказано какой-то другой фразой. Но я это воспринял и отложил внутри себя так. Вот и вот эта вот ситуация. То же самое, и поскольку это совпало со свидетельствами, ну, не процессуальными, а свидетельствами, взятыми мной как журналистом у Корсунского, то у меня просто произошло совпадение. Как бы, да, вот один человек говорит, второй человек говорит, третий человек говорит. То есть поэтому эту информацию это так. Вот, и, но это не говорит о том, что я экстраполировал слова Корсунского на слова Медяника. То есть я вот то, что я сказал, то и есть. Владимир, вот и все. Вы прослушали показания свидетеля. Можете сказать, с чем вы согласны, с чем вы не согласны? И что конкретно вы говорили? В целом, то, что говорит свидетель, я согласен. В целом. Формулировка, которую четко сформулировали в предыдущем моего допросе, я не согласен в этих формулировках. Я такого не говорил. Наш разговор был касался исключительно огромного объема информации, экономического характера и содержания, связанного с незаконным завладением моим имуществом, который включал в себя целый ряд лиц, юридических компаний, нотариусов, министерств, ведомств, банков и так далее. И этот объем информации занимал 100%, скажем так, и моего текста, и предмета нашего встречи. Все остальное, то, что обсуждалось исключительно на словах, исключительно в рамках диалога. Кто конкретно формулировал какие-то вещи в этом диалоге, был инициатором названия каких-то или формулировок каких-то, я даже сейчас не могу сказать, мы как одновременно разговаривали в этом диалоге. Кто-то соглашался, кто-то не соглашался, кто-то мог сказать «да» или кивнуть. Это диалог, который не касался предмета встречи. И вот данных формулировок
Я однозначно не говорил и не мог сказать, в частности, там, по Болотову, по моей конкретной вот роли, что я между сторонами находился, я никто, чтобы находиться между сторонами, как бы. С данными формулировками в этой части я не согласен. В целом, в остальном я согласен. В том, что я конкретно формулировал то, что Ефремов там призывал Россию, я такого не формулировал, потому что я такого не знаю. Там такого не написано. Рассчитывал на поддержку, да. Я не знаю в целом, на что мог рассчитывать Ефремов. Я не могу отвечать за Ефремова сейчас. У нас предмет был совершенно другой. Нашей встречи совершенно другой. Предмет диалога был совершенно другой. Я совершенно четко больше моментов помню. И наши встречи, я помню все три наши встречи. Я помню, где они происходили. Что две встречи действительно происходили у нас в хоум-кафе. Первая из них на минус первом этаже, вторая на первом этаже происходила. Третья встреча у нас происходила на улице Артема в ресторане «Вина и Кучина» на летней площадке. Это первая? Одна из трех. На Артема. Я так в сторону Лукьяновки, я же говорю. Совершенно верно, да. У нас там происходило, на летней площадке мы общались, сидели, пили кофе, чай. И общались по этому вопросу. Две последующих произошли в хоум-кафе. Одна в подвале этого кафе, другая на первом этаже этого кафе. Вот эти детали я прекрасно помню. И разговоры я прекрасно помню. Там подвал, в смысле, имеется в виду тоже. Просто... Ну, минус первый этаж кафе, да. То есть работает. Это зал, не в подвале. Да, это зал кафе со столиками, да. Он был практически пустой. Вот эти вещи я помню. И то, что я детально не мог говорить о каких-то людях, цифрах, датах, их настроениях, на что они рассчитывали, это однозначно, потому что моя цель встречи была исключительно связана с профессиональной деятельностью Сергея Владимировича. И как человека, который изучает все вопросы, в частности экономические, я к нему обратился, потому что он ранее изучал деятельность этой преступной группы, в которую входили Малик Мурахер, Татьков, Емельянов и другие лица. И были публикации, которые он осуществлял, поэтому я с ним встречался. Все остальные опосредованные были вещи, и вопросы остальные были опосредованные. Вот. То, что я совершенно четко не мог формулировать так, как написано в первом протоколе допроса, это я могу сейчас подтвердить. И что касается Болотова, так как я не знаком с Болотовым, что касается передачи кому-то каких-то средств, то же самое. Потому что если упомянутые гороховые струк здесь были, то да, я знаю, что гороховый струк по согласование с Ефремовым ездили в город Луганск вперед, когда было захвачено здание СБУ, и когда уже велись переговоры у меня в офисе, я был одной из сторон этих переговоров, и поэтому я их лично не видел. Они мне подтверждали в телефонном режиме, что они выезжают в Луганск, Ефремов также мне это подтверждал, что он их отпускает в пленарную неделю для переговорного процесса. Я говорил о том, что они не были участниками переговорного процесса в том формате, в котором я участвовал с представителями государственных органов, полномочиями. Это правда. То, что они там находились, да, я знал, что они там находились, но я с ними не встречался. Я не мог видеть, как они что-то кому-то там передают. Да, у меня вопрос. У вас есть вопросы к свидетелю? Ну да, я писал свои вопросы. Уточнение. Уточнение и вопросы. Да, вот в частности, опять же, возвращаюсь к протоколу первому. Я якобы рассказал, что в переговорах брал участие Болотов и Рельки. Сергей Владимирович, вы действительно 100% можете утверждать, что я участвовал, брал переговоры именно с Болотовым? Я не могу утверждать на 100%, что именно с Болотовым, я могу утверждать на 100% с Рельки, поскольку вы мне рассказывали об эпизоде с вот этим вот пистолетом. Да, я подтверждаю. Вы сказали, что вот эти, ну, Рельки, я запомнил фамилию, потому что там был, ну, как бы, что вы говорили, что он вел себя более нагло, чем остальные. Подтверждаю. Вот, то есть там были представители. По поводу Болотова я мог его фамилию спутать либо с Каякиным, либо кто там еще был, я не знаю. То есть по поводу Болотова я, возможно, мог ошибиться в контексте того, что
Ну, когда мы говорили, что главари, да, вот это, да. Мы говорили о главарях. И да. Когда вы, Рельки я точно запомнил, почему, потому что вы говорили, что он был постоянно какой-то дерганный, был нервный, и на одну из встреч пронес пистолет и так далее. Вот, а вот по поводу главарей, я, к сожалению, вам не могу сказать точно, что вы мне говорили, был Болотов или не был Болотов. Вопрос вашего знакомства с Болотовым мы не обсуждали. Вот, насколько мне известно, из других источников вы с ним отношения не поддерживали. Вот, насколько мне известно, конкретно с Болотовым. Вот такая вот ситуация. То есть, там, да, если, допустим, другие источники утверждают, что Болотов поддерживал отношения с Ефремовым и с его, так сказать, пулом, это да. Вот такая вот ситуация. Ну, то есть конкретно Болотов, я давайте могу ошибиться. Есть еще вопросы? Ну, вместо Болотова мог быть кто угодно, там, я же не знаю, кто там, Корякин, точнее, я знаю, но я не помню сейчас. Я мог совершенно подтверждать, говорить о Корякине, но о Болотове однозначно я не мог говорить. И вот свидетель, насколько я понимаю, тоже подтверждает, что Болотов могла упоминаться фамилия, так? Она просто могла упоминаться в общем контексте, но то, что были, кто был на переговорах, конкретно я запомнил вот эту вот ситуацию с пистолетом из Рельки, что он был. Да, я такое говорил по Рельке, я подтвердил. Да, давайте следующий вопрос. Следующий вопрос. У меня в протоколе, я не согласен с фразой, что я был, как третья, тут, насколько я понимаю, что я был между стороной захватчиками, сейчас я сформулирую. Прочтите. Куш Медяник розповів, що він брав участь у перемовинах між Болотом в Рельки та повномажними представниками української держави, зокрема колишнім головою Левайченка, Парубієм там і так далі, і Левусом. Тобто, з цією формулювання я не согласен, хочу задати вопрос. Якщо одна була сторона Болота і Рельки, ну ми вже поняли, що я не мог упоминати Болотова, вторая сторона була, виходить, а я тоді якою стороною був? Ну, вы были человеком, насколько я понял из ваших, из вашего дискурса, что вы были человеком, который пытался эти две группы, чтобы они нашли взаимопонимание, найти. Вот, ну, вообще, да, ваш статус был формально определен в тот момент. Вы были народным депутатом Украины, насколько совершенно я помню. Совершенно верно. Ну и все. Да, я говорил о том, что я действительно был. Я был в группе. Нет, ну вот так это же подтверждается как бы документально. Да. Ваш статус, вы гражданин Украины, народный депутат Украины. Вот, я говорил здесь не о том, что вы, я не расп... ну, говоря о том, что вы были какой-то стороной, я не говорил, что вы были членом какой-то группы. Я говорил о вашей роли. А роль ваша состояла в том, с ваших слов, чтобы вы предоставили даже, ну, если человек предоставляет свой офис в распоряжение, допустим, да, вот людей, то есть он для того, чтобы они между собой о чем-то говорили. Наверное, что он же как-то вот так вы сказали, что я, это все у меня было. Вот, я хотел, чтобы они, ну, в таком ключе было, что я думал и хотел, чтобы они договорились вот да, в таком там не ключе. Просто офис, просто они доверяли. Я же там не был, поэтому я не знаю, я с трудом. Поэтому они поехали в одной группе со мной в мой офис, и никуда больше. Я думаю, что в любое другое место они бы просто не поехали. Ну, я же говорю, почему, что им мешало поехать в офис Ефремова в таком случае. Да. Вот, поэтому здесь я ваше место определить следствие и суд, понимаете, процессуально, именно с процессуальной точки зрения. И, вот, а я говорю то, что как я истрактовал и как я понял то, что вы мне сказали. Вы мне сказали то, что вы были человеком, я даже не хочу говорить слово посредник, вот, я говорю слово модератор. Это нормальное слово, совершенно абсолютно цивилизованный термин. Человек, который, когда есть какой-то конфликт между группами, который пытается достичь, или медиатор, который пытается, чтобы они дошли поразумение. Вот так. Ну, как это, взаимопонимание по-русски. Да. Вот такая ситуация. Ну вот, а что там? Там так написано. Дальше протоколе, ну тут же у меня немножко... Ну, это же бывшая очная ставка, сейчас по-другому называется. Да, она же для того и нужна, для того, чтобы уточнять эти все моменты.
Дальше, с моих слов, Медяник мне сказал, что стороны почти досягли згоди, и конфликт мав би вирішитися мирным шляхом, але потім Болотов, Тарельки відмовились від мирного врегулювання ситуации. Я такого тоже не говорил, потому что Болотов не мог отказываться, так как не был участником переговоров. И відмовились, слово тоже, то есть они действительно прервали переговорный процесс и вышли из переговорного процесса. Это то, что я говорил. Ну, если отказались и вышли из переговорного процесса, это синонимы. В целом, ну, да. Смысл передан правильно. Давать так и да. Вот. Еще есть вопросы? Да, у меня еще есть вопросы. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, были ли вы свидетелем лично того, что я кому-либо передавал какие-либо деньги? Нет, конечно. Для организации митингов? Да, о чем говорить? А то, что я участвовал в каких-то митингах и высказывал какие-то призывы... Сепаратистских высказываний от вас я не слышал. А в том, что я совершал какие-то действия там, для финансирования террористических операций или участвовал в террористических группах, я лично? Я не располагаю такими данными. А можете ли вы сказать, были ли вы свидетелем или говорил ли я вам, что я с Гороховым и со Струком втроем участвовал, скажем, в каких-либо событиях, связанных с захватом СБУ? Ну, вы лично мне? Да. Да нет, я такого не помню. Я знаю, что... я же вам сказал, я уже сказал на камеру, да, что я слышал, но это уже совсем другая история, касающаяся Струка, и к вам не имеющая никакого отношения, о том, что он вооружал так называемую самооборону, и, насколько я знаю, есть документальное свидетельство этому. На юбилейном впоследствии эти отморозки, извините за выражение, конечно, штурмовали наш погранотряд, в ходе которого погибли украинские военнослужащие. Вот. Ну и куча этих, конечно, товарищей, которые Струк наформировал себе. Вот. Но что касается вашей совместной деятельности по финансированию этих всех... Владимирович, ну мы с вами с одного города, ну кого мы, я не знаю... Это я для протокола спрашиваю. Кого вы могли, я не знаю, там, попросить этих с первого этажа, которые джинсами Левайс торговали, пойти еще, не понимаю. А ответили или на вопрос, правильно? Да? А вы, Сергей Владимирович, у меня вопрос такой. Вы не могли бы сформулировать или своими словами сказать или ответить на мой вопрос, был ли я в своей там политической или общественной деятельности сторонником или членом команды Ефремова, в частности, ну скажем, последние 15 лет? Нет, конечно, разумеется, нет, потому что в 2004 году вы возглавляли штаб нашей Украины городской, насколько я помню, это было там возле Пролиска, в центре на улице Советской, офис был. Затем вы поддерживали, насколько мне было известно, поддерживали Килинкарова. Вот, это мэр от коммунистов, ну, вот, и находились в постоянном конфликте с мэром города Кравченко, который как раз и относится к группе Ефремова. А что касается, потом, в 2012 году, ну, насколько мне известно, что, я не знаю, ну, насколько мне известно, вот как говорили в журналистских кругах, так сказать, что вы достигли с ним какого-то компромисса, и он уже до этого мешал вам два раза пройти Верховную Раду, и вы достигли некого компромисса, я не знаю, правда, в чем он выражается. Вот, быть может, вступление в партию. Вступление, может быть, в партию, может быть, какие-то другие. Я же не знаю, я с Ефремовым общался последний раз в 2001 году. Вот поэтому мне очень сложно сказать, что ему сейчас надо и чем он сейчас берет. Борзыми щенками или вступлением в партию, я же не знаю. Вот, поэтому вот так. Но к группе Ефремова, насколько я знаю, не относились, поскольку я тесно общался с людьми, которые находились в вашем окружении. Вот, Без фамилии только. Ну, это их не касается, да. Ну, это друзья моего детства. Там. Ну, я же у нас небольшой город, то есть, как бы, вот, и так далее.
Вот. Насколько у меня таких данных не было. Поэтому я, собственно говоря, как бы и рассчитывал на то, что, ну, допустим, когда я услышал, да, что у меня не в офисе там какие-то там движения, ну, это ж Луганск, там сразу все, то есть, вот, какие-то начинаются движения. Я, в принципе, и думал, что, я и рассчитывал, что, ну, на его, так сказать, опыт как предпринимателя, да, который сможет свести эти стороны, вот, чтобы не было именно бойни. Но, к сожалению, у Александра Сергеевича были другие планы, насколько это. Сергей Владимирович, еще один вопрос по протоколу, поэтому здесь совершенно четко сформулированы в протоколе формулировки нашего разговора, якобы там именно непосредственно по политическим этим моментам. Вы уже подтвердили, что у нас была другая тема для разговоров. Но вот здесь в протоколе отражено, что была другая. Да, я просто ставил именно конкретные вот такие формулировки под вопрос. И я должен задать вопрос. Угу. Вы можете 100% настаивать и утверждать, что я именно такими словами вам говорил? Владимир Ильич, дело в том, что даже если мы сейчас какие-то другие формулировки изобретем и поставим вместо этих формулировок, нельзя будет утверждать, что это 100% конкретные слова, поскольку наши беседы, они не записывались. Соответственно, любую формулировку передается общий семантический посыл, то есть общий смысл этой формулировки. И фактическими в них являются только фамилии, обстоятельства, быть может, да, вот и все. Сказать, что эти формулировки записаны мною, вы же не видели, чтобы я записывал ваше во время встречи? Ну вот и все. Я имею в виду, что я же не записывал вас в качестве интервьюера по луганскому вопросу. То есть я делал там какие-то пометки, связанные с общей темой встречи по рейдерству, вот, но конкретно по луганскому я заметки не делал. Поэтому я в протоколе допроса говорил информацию, ту, которую я узнал. Спустя 2 года вспомнить, что говорил человек дословно. Я вчера не вспомню, что дословно мне говорила моя там девушка, например. Да? Вот, хотя я ее видел недавно, мягко выражаясь. Вот, даже с утра не вспомню, что мне уже сказали в редакции. Вот, потому что, ну, есть какие-то вещи, которые ты оформляешь для себя в какую-то вот общую фразу. То я настаиваю на том, что там Ефремов, я настаиваю на том, что там, допустим, Рельки, это я настаиваю. Настаиваю на том, что был отказ, на то, что была инициатива, допустим, да, со стороны подозреваемого, на том, что он действительно проводил переговоры, ну, он не проводил, а как это вот, насколько я понял из этого разговора, да, что он их модерировал, или был, есть такая профессия, медиатор, да, человек, который помогает всем договориться, поскольку фактически-то он был народным депутатом от партии регионов, здесь были его, скажем так, политические оппоненты, которые пришли к власти вследствие революции. И вот здесь вот были, да, вот здесь вот было Ефремов с его, блин, бандой, грубо говоря. И он пытался каким-то образом это все дело собрать до кучи, вот как собирают, как пазл. Вот, вот что я могу вам сказать. Конкретных формулировок, даже если мы напишем 100 вариантов этой формулировки, никто не сможет сказать, что это истина последней инстанции, поскольку, ну, нет, не с чем сравнить, у нас нет того, чего отталкиваться, поскольку они не записаны, эти беседы, понимаете? Я понял, вот спасибо, и все. Я жалею об одном, что я не взял у вас интервью, я же говорю, вот и все. Вот. И тогда еще вопросы есть слова. Еще? Прокурор Кожуховский в суде на вас как на последовательного свидетеля ссылался. У вас есть вопросы конкретные, Владимир Юрьевич? Ну, он ссылается правильно. А почему? Давайте не будем дискутировать. Не давите на свидетеля, пожалуйста. Не надо давить, моделировать допросы. Пожалуйста, не нужно. Вы уже много написали. У защитника есть? Кого-то не было в жизни. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста. Я представлюсь, пожалуйста. Веремичук Ким Александрович, защитник Владимира Юрьевича. Спасибо. Скажите, пожалуйста, при вашем первом допросе вам разъясняли четко, в рамках какого уголовного дела вас допрашивают? У вас есть понимание, в рамках какого уголовного дела вас допрашивают сейчас? Какие статьи конкретно, какие преступления расследуются? Ну, конечно же. Вы понимаете, какие статьи вменяются моему подзащитному медианику Владимиру Юрьевичу? Ну, из
из прессы знаю, конечно. Вот, и в связи с расследованием уголовного дела, там, допустим, ну, это зачитывали же протокол. То есть вы понимаете, что это да. Участие в состоянии... То есть я знаю это как из, ну, у меня работа такая, понимаете, то есть да, я понимаю. Это создание террористической организации, совершение действий, направленных на раскол, грубо говоря, Украины. Ну да, 110-е, там 250-е. Да, в связи... 110-я, 258-я, прим. 3. В связи с вашими показаниями, которые вы дали сейчас, хочу вас уточнить. Вы в прошлом юрист, насколько я понимаю, сейчас занимаетесь... Я в настоящем юрист. И в настоящем юрист. И исходя из того, как вы аккуратно формулировали свои показания, я понимаю четко, что вы отдаете отчет значению и последствиям тем словам, которые вы говорите. Ну, я не, конечно же, я хочу, чтобы была установлена истина, а не... Что попало. Давайте по сути, по сути оценочные какие-то категории вы следующий просите. Вопрос. Как вы считаете, правильно ли интерпретируют ваши показания, когда в процессуальном документе под названием «Клопотание про продолжение застосування до підозрюваного громадянина запобіжного заходу» на 9 странице ссылается на ваши показания, как на те, которые подтверждают виновность нашего подзащитного в совершении тех преступлений, которые расследуются в рамках данного уголовного дела. Но я не следователь, не могу давать правовую оценку, не судья. Но вы считаете правильно интерпретировать? Ну, это некорректный вопрос, я считаю. Хорошо, скажите, пожалуйста, точнее, более детально поясните, чем вы занимались во второй половине 2013 года, начало 2014 года, 2014 год, и откуда вы как бы владеете той информацией, которую вы сейчас, относительно которой вы давали показания? 2013 года. Ну, вторая половина, конец 2013 года. В конце 2013 года, ну, я работал в, это называлось РУТСАД Минздоха. Это называлось начальником отдела, это ну, спецмонополия бывшая, это в структуре налоговой, общего, грубо говоря. И принимал активное участие в Евромайдане. Вот, там есть публикации, соответственно. То есть 30 ноября, когда побили студентов, я приехал из Харькова, был в Харькове. Вот, и второго выступил там, в газете «День», там, ну, там разошлось, ну, что госслужащий поддержал там, Майдан, ну, потому что я считал, что действительно так нельзя, и считаю до сих пор, что так не должно поступать государство. Вот, после этого я начал принимать участие в Майдане, и после 21 января, ну, как... Ездил в Киев, там, когда вот, на выходные отсылали, там, передавали в Дом профсоюза какие-то там вещи, деньги и так далее. Ну как, мы просто поддерживали Майдан. Вот, как, вели у себя, собирались там и так далее. Вот, организовывали какие-то автопробеги и так далее, и так далее. Потому что мы прекрасно от себя давали, то есть мы видели, какой поток российской пропаганды льется, и пытались как-то ей противостоять, показав, что Луганск это тоже как бы часть Украины. После этого 21 числа Луганский областной совет провел сессию, на которой обратился к Януковичу ужесточить меры в отношении Майдана. Даже Донецкий областной совет отказался от этого, в результате чего 22-го были расстреляны, убиты Негаян и Жизневский. И я позвонил тогда Галенко, это представитель Луганского областного совета, и обвинил его в соучастии убийству. Вот. После чего было, через 2 часа был уволен. Запись моего увольнения есть в свободном доступе. После этого я начал заниматься, как бы, ну, у меня, я стал шеф-редактором сайта «Восточный вариант», он, к сожалению, закрыт, ну, потому что там я стал журналистом, это был сайт региональный. И занимался активно, как бы, Майданом, ну, у меня сайт, он был одним, наверное, самым в регионе, самым таким... отвечающим стандартам и нормальным.
Вот, поэтому как бы занимался в основном моими, плюс начал собирать документы там на адвокатское свидетельство и так далее. Вот, ну и занимался, естественно, очень плотно Майданом. Почему? Потому что уже там уже начали уже русских уже привозить, начали и так далее, и так далее. Начал документировать доказательства причастности властей и представителей партии регионов вот к этому всему. В частности, зафиксировал бюджетные митинги, все это есть на YouTube до сих пор. Привоз россиян, российские автобусы с российскими номерами на бюджетных митингах и так далее, вот. Противодействовал антимайдану. В общем-то, вот такая вот ситуация. И, ну и все, а потом началась эта русская весна. Пытались как-то физически противостоять, ну просто там же, ну если нас выходило 300 человек, то они привозили 2000 просто только русских, плюс местных там с красных лучей, там со всяких этих, за мной люди с копьями гонялись, в 2014 году с копьями по улице, чтобы вы понимали, вот, поэтому я как бы занимался, и плюс у меня был свой штат журналистов. Давайте, большой, ну, далее, человек что, детально что рассказывает свою историю. Тут вопрос, какое отношение к делу? Это очень важная информация, сообщил. Я так понимаю, что занимая активную общественную позицию, вы много информации получили. Я получал информацию, но я вам хочу сформулируйте здесь... Сформулируйте вопрос. Вопрос. Да. Полученная информация, есть ли конкретные сведения, которые указывают о участии медиаников в следующих действиях. Первое. Финансирование организации проведения антиукраинских митингов на территории Луганского. Вопрос задавался уже. Я ответил на этот вопрос. Нет. Второе. Финансирование медианикам лиц, захватывающих административное здание или причастных к созданию террористической организации ЛНР. Я ответил нет. У меня таких данных нет. Вот. Я не поддерживал позицию его партии, его фракции, в частности, там, принятие, ухваление этих диктаторских законов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но и ну, вот в этом плане. Но среди. Там просто, понимаете, там был куча одиозных людей таких, на фоне которых медианика как бы там не особо было видно. Вот, и его деятельность. Ну, когда есть Ефремов, да, который там на себе рубашку рвет, когда там есть Галенко, да, который приходит и председатель областного совета из порога обл.администрации зовет братский русский народ. Ну, согласитесь, тут как-то от медианика я такого не слышал. Вот, ну, с другой стороны, я понимаю, что я не один свидетель по делу. Да, исходя из того, как вы воспринимаете эту ситуацию и события 2014 года, исходя из той информации, которую вы владеете, можете прокомментировать, опровергнуть или подтвердить утверждение, что медианик был зависим от Ефремова? Я ответил на этот вопрос. Они были в разных группах, но они коллаборировали, поскольку они являлись членами одной партии и одной фракции, которую Ефремов возглавлял. Соответственно, он, ну, закон о статусе народного депутата гарантирует независимость депутата, но по факту, номенклатурно, по вертикали он находился, конечно же, в этой структуре, которую возглавлял Ефремов. Да. Защита еще. Коллаборировали, можно уточнить? Ну, коллаборировали, это, ну, как, ну, сотрудничали, общались, вот, это коллаборация, коллаборация с Атамандийского. Есть вопросы? Сергей Владимирович, представьтесь. Да, да. Адвокат Бабич, защитник медианика. Сергей Владимирович, могли бы, пожалуйста, уточнить, разговор, предполагаемый разговор, который состоялся между вами и медиаником, в ходе которого вы... Не предполагаемый разговор, разговор, который был. Который был в Киеве, да. В котором присутствовали вы, медиане, угу. И попутно обсуждали какие-то события из начала 2014 года. Этот разговор, он носил характер обсуждения общеизвестных фактов, политических событий или же какой-то инсайдерской информации?
Нет, разговор, мы, разговор здесь мы с подозреваемым, в принципе, я согласен, я отразил это в протоколе допроса, что главная тема была совсем другая. Главная тема — это было журналистское расследование, в котором он являлся источником информации, которая впоследствии была опубликована в официальных средствах массовой информации. В данной ситуации он выступал, как по, ну, по моему мнению, потерпевшим от деятельности группы рейдеров. В обсуждении политической ситуации на Луганщине, вот, они производились перманентно, вот так вот, как бы вкраплениями, потому что я, ну, в то время это как бы пытался восстановить картину. Я общаюсь не только с медианником, общаюсь, пытаюсь вот это все установить. То есть общаюсь с теми людьми, в том числе с некоторыми из перечисленных. А, кстати, я брал интервью у Наливайченко, где в том числе пытался воспроизвести картину, вот эту, почему не штурмовали, почему и так далее, переговоры и так далее, и так далее. Ну, Наливайченко, на него же там же не залезешь, там и слезешь, в принципе, поскольку он как бы, ну, дипломат и вообще СБУшник. Вот, поэтому, но в принципе, фактически обстоятельства того, что я от него узнал, и в рамках интервью, и off the records, когда, как говорится, у нас, вот, они совпадали с тем, что я узнал впоследствии от медианика. Сергей Владимирович, еще такой вопрос. В своих первичных показаниях вы говорили, из его слів гроші надавали народні депутати Горохов, Струк та Дунаєв. Конкретні суми він мені не називав. При этом в сегодняшних своих поясненнях вы указали, что в средствах массовой информации можно найти какие-то или фотографии, или видеозаписи о том, что из Коммунбанка выносили или раздавали денежные средства. В этом контексте могли бы вы, пожалуйста, немного более детально уточнить, вам медианик тогда сообщил, или вы обсуждали, скажем, вот подобные события, которые, вот, я так понимаю, были в открытых источниках, или же это была ссылка на какие-то конкретно известные только ему или ограниченному кругу лиц события? Нет, это вы просто разрываете эти события во времени. Дело в том, что деньги, выносящиеся из Коммунбанка, нужны были на деньги из Коммунбанка выносились еще даже до того, как СБУ было захвачено. То есть они, ими проплачивались вот эти вот все антимайданы, вот эти все палатки, вот это вся, вот это все движение. Насколько мне известно, первую палатку поставил покойный Зеленец вообще, друг Недовеса, человека Ефремова. Вот, это Луганская гвардия, так называемая, была там стриптизерша, которая возглавляла Петерикова. Вот, поэтому это одно событие, вот когда вот эти вот документальные свидетельства, есть фотографии, когда они деньги раздают, фотографировали журналисты. А что касается того, что эти бизнесмены давали деньги на, вот, ну, на, ну как это, ну, ну это сказать, лучше назвать это, наверное, чем это лучше назвать, чтобы не давать юридическую квалификацию, поскольку это не моя компетенция. Ну вот на вот этот вот какой-то, блин, что-то у меня лезет слово «путч», не пойму почему, ну ладно, бог с ним. Вот среди бизнесменов, которые поддерживали вот это вот искусственно созданное ядро сопротивления, ну, новой украинской власти, да, сформированной в установленном законом порядке, да, потому что президент сбежал, все, полномочия взял там, и так далее. Вот, вот эти вот фамилии фигурировали, да, конечно же, я на этом настаиваю. Сергей Владимирович, такой вопрос. В контексте вот общения, которое у вас было с медиаником, у вас сложилось наверняка какое-то впечатление о нем по результатам встреч, по результатам вашего изучения средств массовой информации, в которых звучала фамилия медианика. Скажите, пожалуйста, мог ли и не сложилось ли у вас впечатление о том, что медианик себя искусственно или умышленно исключает из круга лиц,
которые каким-либо образом были причастны к незаконным действиям, к созданию, способствующей деятельности террористической организации? Ну, как сказать, человек, понимаете, война разделила, здесь все проще на самом деле, война разделила людей на, ну, луганчан в частности, да, там, и донеччан, разделила на два вида, те, кто остался в Украине, и те, кто остался в так называемой ЛНР, ДНР, или уехал там куда-то осваивать какие-то там забайкальскую тундру, вот, есть и такие, блин, счастливчики. Вот. Поэтому как бы для меня то, что человек остался как бы в Украине, особенно на тот период, да, вот, а я узнал, что он остался в Украине гораздо раньше, чем мы встретились, поскольку все равно мониторили, но тогда все-таки к членам регионов было особое такое внимание. В общем-то, у меня сложилось впечатление. Ну, то есть он в средствах массовой информации, чего вы взяли, что он там появлялся? Он там не появлялся в средствах массовой информации. Я его не видел. Вот. Я знал, что он есть, что он по состоянию на момент нашей встречи, да, когда там мы, наша, там состоялась наша первая встреча по другому вопросу. То есть я бы с ним не стал встречаться, понимаете, если бы я был уверен в том, что он принимал участие в группе вот Ефремова, да, вот создании вот этой вот так называемой ЛНР и так далее. Если бы я был уверен в том, что это как бы враг украинского народа, да, я бы с ним просто не общался, и мне по барабану его проблема на самом деле. Но опять же я говорю, моя встреча была обусловлена как бы не столько фактором того, что я испытывал какую-то там личную симпатию, поскольку мы с ним не были знакомы. Вот. И у нас обычное взаимоотношение. Сколько тем, что он мне предложил, ну, журналистов называется вкусная тема, тем более те лица, которые фигурировали в этой теме, являлись конкретно, они были в поле моего зрения, поскольку являлись субъектами иллюстрации. Вот и все. И мы их никак не могли выбить. И выбили через 3 года после победы, революции почти уже, вот, только одного, Татькова. А Артурчик как сидит на месте, так и решает. Вот такая вот ситуация. Поэтому вы задали такой очень, знаете, достаточно эфемерный вопрос. Давайте немножко тогда уточним. Да, уточните. Во время встречи у вас сложилось впечатление, что медианик с вами общается как? Откровенно? Да. Скрыто, открыто. Ну, медианник, да, конечно. Но то есть, что касалось, ну, он вообще, в принципе, как бы. Но он знал, что найдет общаться с журналистом. И что фактически каждое его слово может быть озвучено, там, опролюдно, и все, и так далее. Вот. По большому счету, да, или записано. Поэтому кто мне мешал, как, допустим, в том же случае с Корсунским, записать этот разговор и выложить его в сеть? Вот. Но... Я к этому был готов. Я к этому был готов. Ну, вопросов нет. Ну, я говорю, ну, это уже... Давайте мы уже, да, уже и так разжевали. Поэтому я как бы здесь... Последний вопрос. Для меня, правильно ли я вас понял, что впечатление человека, который себя выгораживает, медианик у вас не создан по результатам этих встреч? Да, он не пытался производить никакого впечатления. Мы говорили фактически вообще о других людях. Все, то есть, получили ответ. Ну, мы же не, ну, понимаете, ну, я, знаете, вы такой вопрос какой-то a little bit gay задаете, понимаете, ну, серьезно. Ну, мы же не пытаемся друг другу понравиться. Мы 2 взрослых мужчины, каждый из которых делает свою работу. Вот и все. Ну, что нам нравится друг другу? Есть вопросы еще? Сейчас нет. Адвокат повара Валерий Витальевич, защитник медиана. Угу. Сергей Владимирович, такой вопрос. В ходе разговора сложилось ли у вас впечатление, что медианик не согласен был с формированием власти, в том числе Кабмина, это вот начиная с 2014 года? Мы не обсуждали эти темы. Не обсуждали. Второй вопрос. Корсунский вспоминал, вот вы там в протоколе есть, что да. Как медианника, как участника каких-то противозаконных действий. Если его нет в аудиозаписи, я ее выложил в полном объеме, я ее не обрезал. Вот. Если его нет... Корсунский как... Ну, в
В каком плане вы имеете в виду? Конкретизируйте вопрос, пожалуйста. Конкретизировать вопрос. Противоправное финансирование терроризма, оружия или поддержка сепаратизма. Какие-то. Как я понял, он участник этих всех событий. Он говорил о медианнике какие-то, что он участник... В отношении Корсунского прекращено уголовное преследование, если вы не в курсе. Нет, это мы знаем. Вот, я... Вот, ну, вот я... Даже интернета именно нет. В отношении моего подзащитного были какие-то... стороны. Претензий не было, нет. Данные и, преступной деятельности, ну, которую вы могли бы расценить как все-таки. Нет, но я слышал же, я же вам говорю, что я слышал от него, ну это знаете, вот как разговаривают люди, это же не так, как мы сидим на допросе и пытаемся высечь в мраморе какие-то фразы, понимаете, их не бывает. Люди, я слышал, что, ну, дословно, я уже, простите, было сказано так, что мед там пытается что-то разрулить у себя на офисе. Вот как-то так было сказано. Ну, сори. Я понял. И последний, вот, можно сказать, вопрос. Можете вы согласиться с тем, что записанные вот в протоколе слова именно в некотором роде расходятся и искажают фактические обстоятельства разговора, ну, которые были установлены вот в ходе сегодняшнего? Вот то, что именно... Вы задаете некорректный вопрос. Вы говорите о фактических обстоятельствах. А да, я... общее, правильно, но конкретные слова немножечко искажены. Нет, давайте мы тогда с вами будем гуглить слово «семантика» и исходить из этого. Да, если вы же хотите по-взрослому разговаривать, то давайте будем разговаривать по-взрослому. Вот. Значит, есть такое понятие, есть такая наука «семантика», да, которая вообще заведует смыслами. Вот, значит, смыслы, я за каждый смыслы, в каждой вербальной конструкции несет какой-то смысл, да, ну, если это не поток сознания, как, допустим, вот Саша Соколов любит писать, да, писатель есть такой, вот, она несет определенный смысл, вот, ну, или, либо в любой психушке люди любят так разговаривать, но поскольку у нас здесь все без правок, да, нормальные люди, вот, то всякая вербальная конструкция, она содержит в себе некую мысль, некий посыл, семантический, понимаете? Вот с точки зрения семантических посылов я подписываюсь под каждым. С точки зрения, как вы говорите, фактических обстоятельств, то никто из нас не может процитировать эту фразу, поскольку она не была зафиксирована. Но то, что я сказал, да, вообще... единственное, что я, в чем я согласился полностью, это что я, ну, в чем я мог ошибиться. Это фамилия Болотова. Но значит, вместо Болотова был другой представитель боевиков, поскольку там был он не один. Вот, и так далее. И личного сбора средств. А? И личного сбора средств Ефремова. Тоже что он с авоськой не ходит, лично не Да. Нет, но вот субъективно каждый личный сбор средств субъективно воспринимает по-разному. Да, совершенно верно. Поэтому я вам могу сказать следующим образом, что, естественно, у меня нет ощущения, у меня нет данных, и я не считаю медианика человеком, который заварил всю эту кухню. Так, этого человека, который заварил эту всю кухню, я прекрасно знаю, говорю, он сейчас находится пока еще под стражей, надеюсь, будет там находиться еще очень долго. Это Александр Сергеевич Ефремов. Вот. И данных вот тех, о которых вы спрашиваете меня, у меня нет. Но, опять же, каждая фраза, каждая сентенция смысловой, семантической точки зрения, она верна. Вот. Иначе бы просто я этого не давал, потому что я юрист, у меня звездзнак и маю диплом, и я бы не давал бы там заведомо ложных сведений. Получили ответы все? Вопросы есть еще у кого-то? Сергей Владимирович, вы можете подтвердить то, что наша встреча с вами и наш разговор с вами не касался политических событий 2014 года, а касался темы нашего разговора, основная касалась именно рейдерства захвата на территории. Да, то есть вопросы политические, они вплетались как бы наши, ну, перманентом таким. Вот. Да. То есть, ну, потому что болит же у каждого, и все. Потому что, вот, допустим, вы говорите, там, 100 миллионов стоимости торговый центр отжали, а я же говорю, а это же, блин, Ефремов, елки-палки. То есть, ну, и слово за слово. Все, ну, это уже у меня не было. Возник. Задавайте. Владимир Юрьевич, а скажите, пожалуйста, вы знаете, какого характера отношения между свидетелем и подозреваемым Ефремовым? Дружественные, недружественные? 100% я не могу сказать, что я знаю, какие у них взаимоотношения между собой, но у меня сложилось такое впечатление, что
очень недружественные отношения между ними. По крайней мере, Сергей Владимирович, мне кажется, что очень, скажем так, ну, считает его, может быть, там и врагом, и предателем народа, и, может быть, даже там личная какая-то есть ярко выраженная неприязнь. У меня сложилось... Ну, я возражаю здесь. У меня личной неприязни к этому человеку нет. Просто у меня есть данные, которые я опубликовал на центральных, в центральных СМИ, которые позволяют мне прийти к выводу о том, что, Ефремов являлся и является до сих пор лицом виновным в том, что произошло на территории Луганской области. Вот, фактически в оккупации и содействии оккупации, сепаратизме, то есть, да, посягательстве, вот, финансировании, создании, вот, то есть, вот, весь тот прекрасный набор, который вы мне перечисляли, вот, плюс Ефремов, это глава огромной сети конвертационных центров, и если бы в свое время задержали бы Лазовского, да, и прочих других людей, вот, они бы много рассказали. Либо если бы вы обратились, например, в Федеральную службу расследований Соединенных Штатов, в Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов, вот, то у них есть криминал кейс очень чудесный по Ефремову, там, когда они пытались 5 миллионов отмыть в штате Невада и так далее. Поэтому Александра Сергеевича Ефремова я воспринимаю исключительно как объект исследования. И у меня нет к нему негативного это. Ну, конечно, я не очень рад тому, что просто вот когда-то ему захотелось походить с аквафрешем, а у нас у всех отвалились квартиры. Допустим, да, у меня племянница там 3 года бегала в бомбоубежище, например, отец был ранен. Вот, то, что я нахожусь в розыске, например, да, я приговорен там к смерти. Ну, это мало доставляет позитивизма в жизни. Но, опять же, я журналист. Когда я работаю как журналист, я так точно, как когда работают следователи, когда работают адвокаты, вы отметаете все личное. То есть, если ты профессионал, то ты все это отметаешь, и все. Я даю субъективные ему оценки только в рамках какого-то либо блогинга, либо какого-то там общения там в соцсетях. Все мои статьи, которые были посвящены ему, базировались, даже когда я писал заголовок Александр Ефремов, я нашел его этаж на Липках, на Новопечерских, я нашел, и когда я называл даже статью Александр Ефремов «Из политики в террор», то я делал это на основе, на основании слов того же Корсунского, который сам говорил, что он собирает всех бизнесменов, распределяет там роли, отдает уже заранее куски, ты здесь, ты здесь, ты здесь, ты здесь. Ну, поработайте с Корсунским, поработайте, он... Я думаю, что он подтвердит и свяжет вот эти все наши показания. Следующий вопрос. А, Владимир Юрьевич, в момент, когда вы, я так понимаю, выступали инициатором встречи со свидетелем в 2015 году, когда обсуждались экономические вопросы, вы владели этой информацией о его общественной позиции активной? Что повлекло ваше желание выбрать именно этого человека для обсуждения тех вопросов, которые вы обсуждали? Я владел информацией о его активной позиции, о том, что он проводит расследования самые различные, в том числе политические, экономические. Пишет об этом очень много и в блогах, и на сайтах серьезных. Но именно я был инициатором по той простой причине, что я нашел один из материалов, где он активно разрабатывал и вскрывал схемы тех лиц, которые, скажем так, рейдернули, отжали у меня этот объект. В частности, Емельянов, Татьков, Малик. То есть я это нашел, я понимал, что он в теме, в материале. Поэтому я был инициатором и знал, как он четко может разложить как бы, информацию, преподнести ее очень правильно, объективно причем, объективно. И владеет огромным объемом информации, ну, исходя из того, что я думал. Это подтвердилось. Поэтому я инициировал. Давайте и последний вопрос в связи с этим. Вот исходя из той роли, которая вам приписывает следствие в этом деле, исходя из общественной позиции свидетеля, вот можете допустить ситуацию, в которой вы бы все-таки могли общаться, будучи членом, как утверждает следствие, молодой команды Ефремова, активным сепаратистом, активным человеком, который совершал преступления, и вы находите общий язык с человеком, который наоборот изобличает эти все преступления. Вы можете допустить ситуацию, в которой такое могло произойти?
Нет, категорически. Если так, как вы ставите вопрос, мы не могли тогда не общаться, не встречаться. Если бы я занимал позицию, тем более я знал, какую он занимает позицию. Но я тебе сказал, я с ним не общался. Но я никогда не был членом чьих-то команд, я никогда не был лично ни от кого зависимым. У меня есть своя история. Как бы я старался быть независимым, за что много и получал. Нехороший. Все? Так, 15 часов 31 минута, следственное действие окончено, видеозапись прекращается. После изготовления стенограммы следственного действия она будет предоставлена ее участникам для ознакомления.